Восточный гороскоп для крыс на 2025 год. В год зеленой деревянной змеи люди, родившиеся под покровительством крысы по китайскому гороскопу, будут захвачены бурным водоворотом событий. Для них 2025 обещает много интересных моментов. На скуку и надоевшую обыденность точно не придется жаловаться. Чтобы успехи и удачи не обходили стороной, необходимо не бояться трудностей и избегать участия в сомнительных мероприятиях. Особенности 2025 года. Астрологический гороскоп обещает, что период станет богатым на завершенные дела, удачные проекты и сбывшиеся мечты. Можно надеяться, что он будет основательным и созидательным, поскольку ему покровительствует мудрое и осмотрительное живое существо. Людям гораздо проще адаптироваться к реальному миру, справиться со страхами и тревогами, стать смелыми и решительными. Оптимальный момент для более полного раскрытия талантов и реализации способностей. У занимающих руководящие должности получится справляться с самыми сложными задачами, находя неожиданные решения. В целом гороскоп информирует, что крысам можно надеяться на хорошее. 2025 год должен сложиться для них удачно. Необходимо помнить о важном условии. Реализуя поставленные цели, нужно концентрироваться именно на них, не позволяя себе распыляться на второстепенные дела и не зацикливаясь на мелочах. Любовный гороскоп на 2025 год. Романтичная личность зеленой деревянной змеи оказала большое влияние на прогноз для крысы, зашифрованный в гороскопе 2025 года. Будут очень важны любые знаки внимания. Однако лучше придумать что-нибудь не совсем обычное. Это поможет поразить человека, который нравится, и быстрее завоевать его симпатию. Одновременно следует держать под контролем свои эмоции и бороться с приступами необоснованной ревности. В любовной сфере для людей, состоящих в отношениях, положение должно оставаться стабильным. Рожденным под знаком крысы нравятся партнеры, которые не обделяют вниманием, обеспечивают должный уровень безопасности и не посягают на личную свободу любимого человека. Однако не получится ничего хорошего, если в паре станет трудиться кто-то один. Усилия по сохранению и развитию отношений должны прилагать оба. Тем, кто только мечтает о марше Мендельсона, нужно принимать решения ответственно и без спешки. Честнее руководствоваться искренними чувствами, а не ставить на первое место материальную выгоду. Если супруги помогают и поддерживают друг друга, гораздо легче вместе добиться успехов. Денежный гороскоп на 2025 год. Период под покровительством мудрого живого существа, активного и с хорошей интуицией, благоприятен для получения неплохого финансового результата. Не обязательно бросаться с корабля на бал, планомерная предварительная подготовка позволит сделать путешествие к материальной стабильности более благополучной. Первые несколько месяцев стоит посвятить именно этому, отложив принятие важных решений. Следование четкой финансовой стратегии поможет быстрее заполнить кошелек. Внимательное изучение темы инвестирования – гарантия удачных вложений, которые станут основой денежной подушки безопасности. Следует предпринять активные действия по поиску источников дополнительного дохода, будь то повышение заработной платы или подработка в других местах. Подобные новшества обернутся положительными итогами. Гороскоп карьеры на 2025 год. Заслуженный благодаря трудолюбию и самообразованию авторитет на текущем месте работы подтолкнет к более быстрому продвижению по карьерной лестнице. Компетентные специалисты смогут воспользоваться поступившими предложениями и занять более высокооплачиваемую должность. Некоторая осторожность все же не помешает. Зависть недружелюбных коллег может обернуться активными действиями, направленными на подрыв репутации более успешного сотрудника. К тому же с возросшими обязанностями будет трудно справляться. Не минимизировав эмоциональные качели, они способны негативно повлиять на уровень деловой активности. Проблемные места наладятся к наступлению осенней поры. Вместе со стабилизацией профессиональной сферы возрастет уровень денежного состояния. Если оставаться спокойными и не разменивать по мелочам существующий потенциал, ближе к концу декабря предстоит порадоваться долгожданному признанию и повышению. Гороскоп здоровья на 2025 год. Возможно, январь обернется легкой простудой, которая будет сопровождаться болезненными ощущениями в горле. Нужно обратиться за консультацией к врачу, не занимаясь самолечением. Весенний период порадует повышением иммунитета и значительным приливом сил. Необходимо поддержать себя, быть более активными, заниматься спортом, придерживаться принципов здорового питания. Находящимся в группе риска требуется избегать чрезмерных нагрузок, своевременно справляться со стрессовыми ситуациями.
Для улучшения состояния здоровья важно научиться прощать, не лелеять обиды, избавляться от негатива. Очищать душу хорошо помогают медитативные практики. Гороскоп для женщины. Гороскоп для крыс женщин предполагает многочисленные перемены в жизненных отраслях. Не исключено, что первоначально будет трудно смириться с предстоящими изменениями, но в конечном итоге происходящее завершится благополучно. Важно прислушиваться к собственной интуиции. Подсознание уже готово подсказать, какой путь окажется наиболее эффективным. Женщинам требуется воспринимать поступающую информацию не только на эмоциональном уровне, но и подвергать ее тщательному анализу. Брать эмоции под контроль важно и в личной жизни. Приоритетный акцент надо ставить на семейных ценностях, больше времени проводить с родными и близкими для стабилизации отношений. Нужно учиться прощению, не предъявлять ко второй половине завышенных требований. Однако не стоит мириться с откровенными обманами и вероломным предательством. Это не те случаи, когда требуется полное прощение и безропотное смирение. Мягкость и уступчивость правильнее проявлять до определенного момента. Гороскоп для мужчины. Мужчины сумеют добиться больших успехов, занимаясь довольно непредсказуемой и загадочной деятельностью, окутанной таинственностью и порою опасной. Им противопоказан праздный образ жизни. В соответствии с гороскопом, для крыс мужчин, представителей сильного пола, ожидают благоприятные результаты в делах, связанных с наблюдением за природой, путешествиями, получением новых знаний. Наступает отличное время для запуска собственного бизнеса, старт станет удачным и не займет много времени. Не нужно отказываться от появляющихся возможностей. Сама Вселенная будет помогать активным и инициативным. Главное не забывать о повышении профессионального уровня, какой бы сферы деятельности он ни касался. Возможно, первые месяцы окажутся не очень простыми, но уже во второй половине года положение сложится максимально благоприятным. Мужчинам необходимо вовремя избавляться от сомнений, концентрировать энергию на главном деле, четко следовать намеченным планам, делегировать второстепенные задачи, общаться с успешными людьми. Мудрая змея поможет правильно организовать деловые процессы, которые завершатся внушительными результатами.